Ну вот, покупались мы в бассейне, сходили в отель свой. Еще не ели, можно сказать, ничего, голодные, потому что утром только позавтракали, прошлись по городу. То ли кафе закрытое, а если открытое, посмотрели, там цены ужасные, никого нету, все пусто. Вот зашли сюда, здесь возле бассейна, вот этот ресторанчик. Ну вот заказали себе, сейчас принесут нам еду. Тоже, конечно, цены не очень такие доступные, я бы сказала. Но что меня больше всех поразило, нас обоих, такая пустота везде, в бассейне народу очень мало. Вообще мало народу, как будто люди... Что происходит с страной? Как будто народ вообще ничем не интересуется. Ни на улице никого не видать, ни в ресторанах никого, нигде никто не сидит. В магазин зашли, там цены ужасные. Это, видать, как сказать, это туристическая, вот эта курортная зона. Здесь все дорого. Ну, в общем, грустно как-то, честно говоря. После Израиля... Завтра пойдем в магазин покупать, кушать дешевле. После Израиля все кипит, все, люди живут полной жизнью, в магазинах, народ. На улице полно. На улицах люди громко разговаривают, общаются. Везде в кафешках полно народу. А у нас это вообще как будто вот все вымирает. Вот честное слово, не знаю, у меня вот такое впечатление сегодня. Вот тут мы были в ноябре, да, Владик, в прошлом году. Было еще намного больше везде народу, и в бассейне, и везде. То ли сейчас весь народ на море уехал, но здесь пусто. Ну, в общем, немножко вот это как бы напрягает. За державу, как говорится, обидно, да, Владик? Ну, будем ждать еду, да? Еду принесут, покажем еще еду, что мы заказали, потом вот расскажем, что мы заплатили. Хотел на паузу поставить, это вон там все. Салат. А пауза не получилась. Ну пусть продолжается, ладно. Вот Нина заказала шницель с таким, с картофельным салатом. А у меня шницель с, это, с помосами. И вот еще взяли стаканчик колы и стаканчик пива. Ну, сейчас попробую. Да, дорого, конечно. Раньше мы такой шницель покупали. За 8 евро. Да, 8-7. Почти в два раза все подорожало. Да. Ну ладно, давай кушать. Ну вот как-то так. Все всем, наверное, понятно. Давайте попрощаемся на этом. Да, Нина? Да, всем пока. Всем пока. Будьте здоровы. Все хорошо.